Киберкобра на связи. Если ты, молодой поц, хочешь получать деньги из CPA сетей, но не знаешь, где взять трафик, тогда кликай по ссылке в описании. Киберкобра научит тебя выжимать трафик из Инстаграма и сливать на CPA сети, и ты станешь богат, мой друг! Сказал, он уже 3 раза не сдал на права, и все, пизда. Он попросил, сказал, а можешь найти кого-нибудь помочь? Не, ну за деньги, может. Классный. Чаще классный кальян, короче, бля, я не могу сидеть без очков, Оксана. Я не понял. У меня такое лицо страшное. В очках ты еще хуже. Бля, это жопа. В очках нормально. Хотя да, в очках еще хуже. Сколько все отписались. В очках не хуже, ну ладно, спасибо. Хотя да, куда хуже, блядь. Хотя бы снимать. Не, хуже. Блин, мне кажется, так вообще, блядь, ты видишь, какие у меня синяки под глазами, просто вообще. Так. Надо кольца выпускать нормально. Ты все время куришь? Я вообще-то... Ну не все, я сегодня курила, я вчера тоже вообще... Я вчера из дома не выходила вообще. Ага, Сонь, вообще смотри, Сонь, быстрее смотри. Охренеть, да, с подсветкой? Капец, он большущий такой, он больше меня ростом. Точно. Больше Оксаны ростом. Кстати, блин, Рил, извини, это просто не я, тебе вчера писал ВКонтакте. Вообще, я ему такой разъебал, но странно. Сонь, давай пригоняй, короче. Как освободишься, как дела поделаешь, пригоняй. Мы то, что тут часа два точно будем. О, Тим, привет. Как твои дела? Слушай, Тим, спроси там, пожалуйста, могут мне стекло поставить на телефон? Ну, вот это вот защитное. Я, короче, куплю себе на iPhone 6s, надо поставить плюс. 6s плюс. Скажи, чтобы мне купили, и я им денежек дам. Сколько это будет стоить? На 2 айфона, короче, мне надо. 6s плюс и 6s обычный. Короче, я им денежек дам, они меня поставят. Сколько там касаю, не знаю, мне без разницы сколько. Ну, просто... Просто мне, короче, чел сказал, что оно стоит 70 рублей. Я купила за 300. И мне поставили, бля, его... Один. Нихера не заберешь, потому что один я уже подарила. У меня сестра сегодня пришла в школу с айфоном плюс. У нее все охуели настолько, что вообще, короче, я думала, что это... Нет, сестре подарила. Короче, то, что я думала, у нее его отберут, если честно. Мне прям все страшно стало. Но я бы всех отпиздила, что отобрали у нее. Потому что у нее... Ну или кто-нибудь другой за меня отпиздил. Ей 17. Мне 18, ей 17. Ну, у нее просто такая школа, ну, как бы, простая. То есть у нее такие говорят, это что, 5? iPhone 5? Она такая, какой 5? iPhone 6s? И они, в принципе, о таком не знают, как бы. То есть там такая школа вообще, ну, для бомжей. То есть они, если бы у нее даже 5 была, они бы уже охренели. Калик дальше. Ну, у меня просто легкие не дымные, если честно. У меня вообще пизда горло, я курю, у меня болит очень сильно горло. Бля, Оксана-то курит, что вообще говно. Ну, не знаю, на Барсе я не могу вдохнуть, мне слишком сладкий.
ну, курнее, чтобы нормально было дыма. А то нам говорят, что... Да, что он не очень дымный. Да, сейчас брызнется в гору, будет нормально все, надеюсь. И быть приболел. Пиздец, вообще, Оксан. Смотри, сама ты не приболей. Ага, смотрите, какую хрень купила. Это тоже супер. Травлю. Ну а что, сейчас погода плохая будет, как раз можно дома болеть сидеть. Ага. Это я как бы пропустила все самые нормальные дни, проболела. Теперь выздоровлю, будет погода говно. Как обычно. Блин, рассказываю, короче, историю охуительную. Ой, хорошую. Вот все, надо переставать мандлугаться. Короче, слушайте историю. Зашла я такая сегодня в мединститут. Главный корпус. Иду такая. У меня рваные штаны, там все по теме. И меня так останавливает какой-то профессор. А я сижу на подоконнике, то есть меня вообще плохо. И он такой, ты чё сидишь на подоконнике? Я такая, ну да, чё? Он такой, ты что, как бомж в рваных джинсах? Посмотри правила нашего института. Типа, в рваных джинсах у нас нельзя ходить. Типа, ты чё вообще откуда приехала? Такая, из Москвы? Я такая, ну да. Он такой, ну, блядь, вы москвичи все такие. Я такая, москвичка. Короче, капец вообще. Снорал меня, я такая, ему, да мне похуй. Он такой, ты что вообще такая? Я сейчас узнаю, кто ты вообще такая. Я такая, бля, вообще не из вашего института. Он такой, короче, пошел куда-то разбираться, походу. А мы, ну, я Соню подождалась с Бальцем, потом, короче, сели на бэху на красную. Она, короче, прям перед входом стоит такая красотка, соска. И свалили. Если бы он увидел вообще бэху, он бы тогда еще больше охерел. Эта хрень вообще лютая. Такая противная. Блин, в своей жизни я сейчас такую хрень противную не пшикала. Никогда не покупайте вот эту. Тарафлю, блядь, какой-то. Бывают нормальные пшикалки, то есть такие сладенькие, вкусненькие. А это, блин, вообще какая-то фигня. Но зато помогает. Главное же, чтобы помогало. Один человек. Что вообще не популярно стало. Еще, короче, будем налаживать свою популярность.